В связи с началом учебного года на 18 маршрутах появятся дополнительные автобусы. Их номера вы сейчас видите на экране. Все они проходят через школы и вузы, поэтому их даже называют студенческими. Как нам пояснили в департаменте транспорта, по этим маршрутам дополнительно будут курсировать 43 автобуса. Это позволит уменьшить интервал движения. К примеру, двойку придется ждать не 20, а 15 минут. Подробную информацию можно узнать по телефону, который сейчас на экране. И напомню, что совсем недавно рынок пассажироперевозок покинули несколько фирм, и сейчас он переживает трудные времена. Маршруточники безуспешно требуют повысить стоимость проезда, поэтому не исключено, что скоро ситуация может обостриться.